Сегодня к событию выставки «Экспо-2017» приковано внимание всей страны. Студенты не остались в стороне. В Кустанае готовят волонтеров, которые должны достойно представить не только нашу область, но и страну. Совсем недавно во всех колледжах и вузах Кустаная прошли собеседования, где отбирали будущих волонтеров. Варвара Пинаева – одна из тех, у кого есть возможность отправиться на грандиозную выставку «Экспо» в следующем году. Скорее всего, нас даже отбирали, смотрели, кто насколько ответ. Кто насколько проявляет инициативу, то есть насколько быстро мы выполняем то или иное задание. Я давно хотела попасть в волонтерство именно такого огромного масштаба. Желающих стать волонтерами на выставке «Экспо-2017» в нашей области было немало. На собеседование пришли около 300 человек, но испытания прошли только треть из них. Это студенты колледжей и вузов и уже работающая молодежь. Сегодня отобрали 120 человек, но на выставку поедут только 100 волонтеров. Собеседование уже было проверкой на прочность для наших будущих волонтеров, потому что мы заставили их поразмышлять о том, почему они хотят поехать на Экспо, какой вклад они готовы внести в Экспо. То есть нам нужно было действительно понять, что перед нами люди, которые хотят, могут принести свой вклад вот именно в выставки Экспо. В течение 2 месяцев для волонтеров будут проходить обучающие курсы. Их будут учить оказывать первую медицинскую помощь, как вести себя в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, им предстоит пройти языковые курсы, обновить знания об истории Казахстана, узнать историю Экспо. Впереди у них большая подготовка, чтобы каждый мог ответить на любые вопросы гостей выставки. Мы представляем Казахстан, свою родину, получается, в лице себя, и охота показать наш Казахстан, нашу страну самым таким мощным государством, которое может показать свои возможности не только среди СНГ, но и во всем мире. В конце года будущие волонтеры сдадут экзамены. Именно тогда выберут 100 человек, которые отправятся на выставку «Экспо» в Астану. Манарбек Асколов, Софья Чернова, РТН.